Хорошая новость для всех любителей спорта. Плавательный бассейн «Дельфин» вновь открыл свои двери. Что нового ждет посетителей, расскажет Илона Измайлова. Заниматься спортом можно по-разному. Кто-то на коньках, кто-то с мячом во дворе, кто-то на тренажерах, а кто-то в воде. Любят водные процедуры и взрослые, и дети. Максиму 9 лет, плавать научился в 6. В воде он себя чувствует спокойно и почти всеми стилями умеет плавать. Сейчас купался в бассейне, мне здесь очень понравилось. Новая вода, все новое, поменяли в сауне дощечки, очень хорошо, весело. Максим приехал в наш город из Москвы с бабушкой в гости к родственникам. Людмила Романенко с внуком согласна, что плавать в бассейне – одно удовольствие. У нас бассейн точно такой же, большой, тоже на 6 дорожек, но вот каскада нет, допустим, вот это удовольствие все-таки. Вот. У вас очень хорошо все организовано. Очень хорошо. Народу сегодня в бассейне много. Кто-то перед или после работы предпочитает окунуться, кто-то каждый день просто так для себя ходит. Но еще неделю назад двери бассейна «Дельфин» были закрыты. А закрывались мы для того, чтобы сделать плановые работы. Мы сливали полностью чашу. Все 900 кубов мы слили, налили свежую воду. Перед этим помыли всю внутреннюю, так скажем, всю чашу изнутри. То, что мы делаем раз в году. Также были произведены ремонтные работы. Частично поменяли освещение, перебрали теплообменник, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем с горячей водой. Коснулись небольшие изменения общей сауны. Там старые доски заменили на новые. Помимо очистки чаши, с чем, кстати, сотрудники справились за один день, разместились на воде и новые ограждения. Фойе первого этажа теперь стало намного просторнее. Старую стенку снесли и поставили новую стеклянную. В дальнейшем планируется организовать небольшое кафе, чтобы после сеанса можно было еще немножко расслабиться. Возобновил свою работу бассейн в центральной части города с 21 июля. Работает он с 10 утра до 10 вечера. Узнать стоимость посещения или стоимость абонемента можно по телефонам 5-10-05 или 5-20-19. Лето в этом году выдалось дождливое и холодное. Если вы за все лето ни разу не искупнулись, то приходите в бассейн. Здесь, правда, шашлыков не пожаришь, но можно отлично искупнуться и самому, и время с детьми провести. Илона Измайлова, Анатолий Соснин, телекомпания «Соль ТВ».